Традиционно праздник проводят для ребят со всего края. Это воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Поздравить их пришел глава региона Вениамин Кондратьев. Сегодня здесь собрались те ребята, которые в течение года хорошо учились, трудились, помогали родителям, занимались общественными какими-то мероприятиями. И мы делаем все для того, чтобы учились в хороших школах, занимались спортом, ходили в различные кружки. Это принципиально важно, чтобы вы в жизни нашли себя, нашли свое призвание. Это для того, чтобы просто стать успешным. Если вы станете в жизни успешными, то будет успешным наш край. У нас только сегодня праздничные. Я хотел бы, чтобы не только этот праздник у вас был в канун Нового года, но и этот оптимизм вы сохраняли в течение всего этого года. Никогда не унывайте. С наступающим Новым годом и Рождеством! После небольшого представления и вручения подарков ребята отправились на главный спектакль «Сказку королевства кривых зеркал».